Ёбаный в рот, друзья! Всем привет, бандиты! Мы так долго с вами не виделись, а вот я вот уже здесь. С вами, как обычно, Бать. На связи отборная помоечка. В честь меня, Чичка. И мы с вами будем проходить нашу новую игру вот по названию вот Team Conches 2. В общем-то, да, ребята, довольно-таки интересная игрушечка. Спасибо, что подсказали мне в комментариях вот пройти ее. Ну, как бы я ж не какое-то там быдло ебаное, чтобы там, ну, как бы своим подписчикам отказывать. Хули, блядь. Ну, вот, как бы меня посоветовали, я вот как бы скачал. Я в нее еще не играл, но все равно вот сейчас будем опробовать ее. Так. Это наша только первая серия. Так, ебать, вот у нас тут тренировочка, основное обучение, вот это вот. Я тут немножечко попроходил, просто чтобы протестировать, как бы там на запись, чтобы оно нормально шло, вот. Так, давайте начать. Блять, заново. Я особо толком не играл, скажу, вот. Лагает экран загрузки, ну, ладно. Похуй на него. Блять. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Target practice. Ага. Обучение, выбор оружия и цели. Ага. Выбирайте предлагаемое оружие и поражайте цели. Выглядит тоже интересно. Так. Почаще перезаряжайтесь, во время затишья полностью перезаряжайте ваше оружие. Полезный совет, спасибо. А то я, блядь, думал, надо ходить незаряженным. Ух ты, ебать. Какая подготовка, пиздец. Добро пожаловать, блядь, а хуй меня так лагает? Добро пожаловать. Перемещайте мышь, вот, чтобы осмотреться. Так, ага, ебать. Топ секрет, нихуя себе, блядь. В W отвечает за движение вперед, вот С назад, вот А и Д за движение в сторону. И нихуя себе. Почему не мне объяснили, в какую сторону вот нажать, вот чтобы пойти, например, там вправо или влево? Непонятно. Так, покиньте эту комнату и пройдите к стрельбищу. Вот, ехит. Что-то такое непонятно. Чё, двигайтесь сюда. Ебать, ведёт. Сука. Так. Так, движитесь сюда. Нажмите Ctrl, чтобы присесть и пройти через дверной проем к отмеченной точке. От движения пригнувшись. Так, прыжок. Нажмите клавишу Space, чтобы прыгнуть на вагонетку и пройти к стрельбищу. Так. Опа. Хорошая работа. Для продолжения проследуйте на стрельбище. Ух ты, ба. Спасибо. Водный совет. Ууу, какая лопата интересная. Так, это у нас... Ебать, туалетная бумага и шлем викинга. Так, тут у нас... О, ух ты, нихуя себе тут что. Снайперская винтовка, так, сэндвич, вот, и вот эта вот штука, которую я позже узнаю, вот, в будущей тренировке, вот. А, ну и ракетомет, который, как бы, вот у меня вот здесь вот тут есть, вот такой вот, ну, тоже. Так, ага, тут вот эти вот штучечки. Довольно интересно, вот тут вагонетка, вот это вот. Еще один ехит, и вот что-то вот такое вот тоже необычное, ладно. Так, пролистайте оружие с помощью M Will Down и M Will Up. Подтвердите выбор, нажав M1 и выберите другое оружие. Так, а, ну ладно. Вы можете сразу выбрать нужное оружие, нажмите 1 для ракетомета, 2 для дробовика и 3 для лопаты. Угу. Смена оружия. Интересно. Опа. Знаете, что тут у нас? Как прикольно. Быстрая смена оружия. Занимает слишком много времени, нажмите ключ, чтобы переключиться на предыдущее оружие. Так. Ага, интересно. Используйте указанное для каждой из целей оружие, чтобы уничтожить их. Ну-ка, давай. Возьмите ракетомет, используйте указанное, ну ладно. Используйте ракетомет. Ух, я паник, хуя себе, вот это прикольно, забавный геймплей, мне уже нравится. Так, возьмите вот дробовик. Так, ну-ка давайте. БАМ! Так, используйте лопату, возьмите лопату. НАДО! Ух ты, ебать, как лагает, сука. Шлюха, нахуй. Ух ты, пиздец, на нахуй. Так.
Нажмите R. Блять, ну ладно. Так, что интересно. Взрывы ракет могут повреждать несколько целей. Попробуйте поразить обе мишени одной ракетой. Ну-ка, давай. Еба, это интересная механика, мне уже нравится. Вероятно, я в будущем буду играть в эту игру когда-нибудь. Мишени будут появляться в разных местах, попадите в них из подходящего оружия, продолжите тренировку. Ну-ка, давайте. Так. Блин, что-то они не убивают. Я понял. Надо вот так вот сделать, блядь. А-а-а, я понял. Они на средней дистанции, значит, надо использовать дробовик. Ну-ка, давайте. Пам-пам. Неплохо. Опа. Это у нас какой-то неизвестный класс. Ну, ничего. Нате, лобешник, чмо. Так. Что-то я не появляю. А-а, вот это у нас еще один какой-то жмышок. Так, какой-то вот челик тоже непонятный. На, это хит. Хит написано. Хит — это удар. Там было написано. Так. Так, вот это у нас тут какой-то жмых тоже, еще какой-то жмых побольше. На! Вот так вот тебе. Получай. Стоп! Я понял. Нас сейчас пытаются обучить тому, что надо стрелять. Можно одной ракетой попасть по нескольку целей. Ну-ка, давайте попробуем, ребята. Вау, они все умерли. Так, я так понимаю, здесь нам надо использовать дробовик. Так. Интересная механика. Вот мне уже нравится. Так, какой-то вот жмышочек. Так, ага, нас. Ага. Опробуйте ваше оружие в бою против движущихся целей. Враги будут ходить перед вами. Вы знаете, что делать. Давайте. Ух ты, ёпта, давай. Блин, я не попадаю. Ёпта, раз уже. Что это? Карлик. Блин, это. О. Так. Враг-инженер, вау. Это тоже какой-то. Так, попали. Крыса. Используйте оружие. Переключайтесь на дробовик, чтобы добивать разных вот врагов поблизости. Сосиски. Это же я сосиски. В смысле, это как? Друг, наверное, его убивать не надо. Так. Блять. Тут можно брать патроны и ими пере... Так, ага, я теперь понял. Так, ну это наш челик, походу, его трогать не надо. Я сейчас были синие штуки, я не понял, что это такое. Ну, ладно, может, мы объясним в будущем. Так, у некоторых врагов больше здоровья, чем у других. Вам понадобится больше боеприпасов, чтобы справиться с ними. Так, ну-ка. А? Ой, а он умер, ё-моё. А как это так? Так, ага. Где он? О, я завершил. Вы завершили тренировку. Хорошая работа. Вы завершили курс тренировки солдата и разблокировали основной курс обучения. Вернитесь в главное меню, нажав кнопку «Продолжить». И выберите пункт основного обучения, чтобы поиграть в раунд в Team Fortress 2. Ну-ка, давайте. Хорошо, давайте завершим. Так, ну, довольно интересно. Давайте сейчас пройдем этот курс. И я думаю, на этом видео можно закончить. Потому что уже как-то оно и так слишком долго длится. Такс, начать. Продолжить сначала второй части или начать заново. Ну, давайте начнем заново. Ой, нет, не начинаем заново. Мы продолжаем. Продолжаем уже вторую часть. Ага, вы на подходе к Dust Bowl, режим тренировки. Это, походу, карта называется. Так. Миссия начнется. Так, Dust Bowl. Dust Bowl — это карта режима захват, держание точек. Чтобы победить Си, синие должны пройти через три этапа.
каждом этапе есть две контрольные точки. О, интересно, интересно. Так. Чтобы захватить контрольную точку, нужно находиться в зоне захвата. Миссия начнется через 30 секунд. После захвата точки вы получите дополнительное время. Заблокированные точки захватывать нельзя. А, я понял. Довольно интересно и полезно. Так, ну-ка давай, продолжить. Миссия начнется через 60 секунд. Ух ты, аж как это лагает. Добро пожаловать на Dust Bowl. Добро пожаловать на Dust Bowl. Карту с захватом контрольных точек. Раунд начнется, когда таймер подготовки достигнет нуля. Dust Bowl. Друг солдат. Друг пулеметчик, друг солдат. Снабжение здоровьем и боеприпасами. Так, контрольная точка где-то там. Миссия начнется через 30 секунд. Красные против синих. Время для подготовки позволяет команде красных подготовиться к защите контрольных точек от команды синих. Что тут делают? Поцелуй меня. Очень страшно. Вы играете за команду синих, чтобы победить. Миссия начнется обе контрольные. Через 10 секунд. Заткнитесь. Дайте я дочитаю. Чтобы победить, захватите обе контрольные точки. Для захвата контрольных точек стойте на ней, пока не заполнится индикатор снизу. Интересно. Угу. Так. То, какой команде принадлежит контрольная точка, можно определить по ее цвету. А, тогда подготовка через 5 секунд. 4, 3, 2, так. 1. Ну что, ребята, давай, вперед. Пойдем. Моя первая смерть. Огонь по своим, не волнуйтесь, принесите какие-то стулья, сможете ранить вас. Понятно, так. Сейчас нам нужно... Вперед просто, несмотря ни на что. А, хорошо, я думаю, лучше подняться наверх, там будет лучшая позиция для атаки. Ё-моё! Мне въебало прилетела ракета. Ну, сука, ладно. Да, блин, ладно. Давай. Ладно, я лучше... Так, классно, добавили, так, иди. Так, у нас есть немножко жизни, у нас есть лопата. Я сейчас думаю, мы выиграем, потому что... Так, ага. Мы его убили и захватываем точку. О, он довольно быстро захватывает. Убили мою точку! Так, вот она попалась. А, так, это у нас что? Это, ага, это их спавн. Миссия начнется через 60 секунд. Медик. Медики могут лечить союзников. Во время лечения они также накапливают уберзаряд. Медик. Когда медик активирует уберзаряд, он и его пациенты некоторое время становятся неуязвимыми. Ага. Понятно. Интересно. Вы ранены, горите, нажмите Е, чтобы позвать медика, и он смог вам помочь.
Сессия начнется через 30 секунд. Что вы делаете? Так, подготовка через 30 секунд. Ну, интересно, значит. Вот она Е надо, да? Нет. Начнется через 10 секунд. Интересно. 5, да. 4, 3, 2, 1. Ага, мы... Наверное, будем проходить. Сейчас. Ой, сирена, страшно. Последний раунд. Дастбол состоит из трех раундов. Чтобы перейти на следующий раунд, захватите обе точки. Покажите им, ребята! Почему-то. Инженеры могут помогать команде. Строя, чиня и модернизируя различные постройки. Вдруг инженер. Спасибо за телепорт! Вау, это... Это раздатчик, а это турели, я понял. Все построил группа инженеров. О, вражеская турель. Турели есть предел видимости. Воспользуйтесь этим. Уничтожьте турели ракетометом. Так, а я ее уничтожу. Хорошо. Так, подобрал. И наши ребята подоспели. Точка моя, ты понял? Неплохо, побежали. Побежали. Медик! Медик, медик. Нам нужен медик. Мы без медика не справимся. Вы завершили тренировку, отлично, вы победили в игре на Dust Bowl и разблокировали курс тренировки подрывника. Хотите сыграть за другие классы, например, инженера или медика? Почему бы не сыграть с ботами? Готовы играть по сети против других игроков? Выберите найти игру в главном меню. Ну хорошо, завершить. Так, ну что я могу сказать? Поначалу игра кажется довольно интересной. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписки, комментарии. С вами был отборная помойка в честь меня. Всем удачи и всем пока!